Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, друзья, продолжаю делиться с вами информацией. О, видео носит только информационный характер. Сегодня у меня новинка. Хочу поделиться с вами новым проектом. Это проект от администрации вот этого вот проекта. Кто знает, он уже давно работает. Мы здесь работаем, зарабатываем. И все замечательно, как бы платит. И мне на почту, значит, пришло письмо. Здравствуйте, Елена. Поскольку вы являетесь нашим членом, мы хотим, чтобы вы узнали раньше других и как бы о проекте. И присоединиться в качестве наших первых членов. Новый специальный сайт AD Tokens. Мы работаем над этим проектом в течение длительного времени. И мы очень гордимся тем, что наконец мы можем поделиться с вами и приглашением. Значит, вы можете, конечно, здесь можно, значит, зарабатывать, друзья, без вложений, выходит. Вы сможете, конечно, зарабатывать там в качестве свободного члена. Но если вы хотите, чтобы купить рекламу ПТС, чтобы продвигать свои, как бы, проекты, вы найдете в нашей приборной панели специальный промокод для вашей первой покупки, что дает вам 5%, более лексим, смысл, больше денег. Почему? Ну, такой вот перевод, друзья. У нас есть большие планы на этот новый сайт. Надеемся, что вы присоединитесь к нам. Так. Значит, переходим сюда. Давайте переведем на русский и быстренько посмотрим, что он здесь нам предлагает. Качественная реклама, которая действительно работает. Мы предоставляем качественный трафик. Это идеальное место для рекламы. Значит, бесплатная регистрация. Ну, здесь все можно это прочесть. Значит, покупать отличную качественную рекламу всего за $1. Я считаю, это недорого. Значит, зарабатываете деньги онлайн всего за несколько минут. Каждый участник может зарабатывать бесплатные токены каждый день или каждые несколько часов взаимодействуя с токен ADS. Еще один быстрый способ заработать больше токенов — это приобрести нашу рекламу. За $1 вы получите 100 посетителей и заработаете 2400 токенов, которые будут показывать рекламу на сумму $20. Ну, это тоже можно все прочитать. Давайте посмотрим, что у нас по регистрации. Нажимаем Sign Up. Значит, First Name, Last Name. Так, это фамилия, имя. Далее, мужчина, женщина. Прописываем Username. Так, далее, Email адрес, пароль, повтор пароля. И нажимаем на желтую вкладочку. Пока на паузу и заполню все поля. Так, я заполнила все поля. Нажимаю «Gratter аккаунт». Так, что? А, это что? Username. Значит, username не прошел. Ставлю цифры. Опять нажимаю. Так. Все. Так, не знаю даже, почему будем мы заходить. Наверное, по логину и паролю. Значит, что они мне пишут? Так, спасибо, что присоединились к нам. Наша система уже отправила код подтверждения на нашу электронную почту. Так, сейчас я перейду на почту и проверю код. Значит, для того, чтобы завершить процесс, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже. Нажимаем на ссылочку. И переходим. Так, Go Dashboard. И вот так вот наша выглядит страничка. Почти все, как и в том же проекте, в предыдущем. Так, давайте переведем, что у нас. Так, отправить сообщение 4 участникам. Так, здесь уже пошла рекламка, смотрите, как всегда. Значит, 100 токенов у меня на балансе сразу же. Так, далее что здесь у нас еще? Так, вот ваш специальный код, действительно, только для самой первой покупки. Ага, код купона. Покупать. Так, получите свои дополнительные токены сейчас.
Так, ладно, это все я потом сделаю. Так, что у нас здесь? Так, профиль, настройки, безопасность аккаунта. Так, журнал заработка, журналы токенов. Так, настройки, что у нас в настройках? Ага, загрузить фотографию, имя, фамилия. Так, ваша внутренняя безопасность не установлена. Так, здесь пароль изменить. Изменить электронный адрес. Вот здесь это все можно нажать и все проделать. Далее, что еще у нас здесь? Это настройки. Профиль. Так. Елена Смирнова. Так. Для Тополяш. Так. Так. Ваш аккаунт активен и имеет право получать рекламу. Так, вы имеете право получить пожертвованные объявления. Основной баланс. Это все так, ладно. Далее, где у нас находится партнерская ссылочка? Так, и вот безопасность аккаунта. Что они нам все предлагают? Так, внутренняя безопасность. Так, используйте внутреннюю безопасность для доступа к либо панели. Так. Ага, подтверждение по электронной почте. Ну, это я потом. И можно двухфакторную аутентификацию. Так. Так, приборная доска. Ага, вот наша партнерская ссылочка, друзья, находится. Так. Что еще? Ваша внутренняя безопасность, это потом. И что они здесь? Так, журнал токенов. Ага, журналы заработка. Смотрите, друзья. Здесь ничего у нас нет пока. Журналы очень большие данные. Мы можем отображать только самые последние данные на этой странице. Отображать журнал за последние 10 дней вашего баланса. Ага. Так, а здесь у нас просмотр платных объявлений. Вот здесь, друзья, смотрите. Это похоже, что мы вот здесь вот без вложений можно зарабатывать на 5 жетонов. Просмотреть объявления. По 5 жетонов тут дают. Ну, давайте посмотрим одно объявление. Посмотреть объявление, что они там. Ага, ждем. Загружается. Ага, и нажимаем. Так. Ага. Идет отсчет времени. Так, можно Next AD дальше продолжать просматривать. Так, попробуем. Опять загружается страничка. Нажимаем на капчу. Ждем 30 секунд. Далее нажимаем дашборд. Ну, думаю, достаточно. Я показала, как. Так, смотрите, вот у меня 110 токенов. Было 100. Так, здесь мы просматриваем. Так, что еще здесь у нас есть? Клейм бонус. Это что? Здесь пока ничего. Так, BioADS, мой. Это не знаю, что это такое. Давайте посмотрим BioADS. Вот. Значит, это все можно приобрести, друзья, за 1 доллар. ПТС АДС, текст АДС. На... Так. Переводим. Каждая покупка за 1 доллар. За 1 доллар. Здесь что у нас сместилось? Значит, это баннеры. Ну, неплохо. Мы используем ценой за клик 0.05. Всякие баннеры. Слушайте, ну замечательно. Это вообще суперски. Так, давайте поставим на оригинал. Так, это что я? Бонусы вот эти я смотрела. Так. Здесь ничего. А здесь у нас... Ага, а здесь наши партнеры. Также партнерская ссылочка находится.
и маркетинговые инструменты. Ну, вообще шикарно. Сейчас посмотрим. Баннеры. Изображение для промо. Всплывающего. Так, рекламные баннеры. Что у нас тут за баннеры? Ну и замечательно. Значит, 125 на 125. О, как хорошо, смотрите. Вот такой вот, друзья, проект. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, друзья, проходим мимо. Продолжение будет следовать. Приборная доска. До новых встреч.